Выходные порадуют солнцем и осенним теплом. В субботу будет без осадков. Днем воздух прогреется до 17-23 тепла. Ночью температура опустится до 5-10 градусов с плюсом. Подует слабый южный ветер. Тепло и солнечный девиз предстоящего воскресенья. Воздух прогреется до 26 тепла. Можно смело отправляться на тихую охоту. Сезон сбора грибов в самом разгаре. На западном побережье США не утихают лесные пожары. Число жертв в штатах Калифорния, Вашингтон и Орегон возросло до 23 человек. В последнем, где бушует около 100 крупных возгораний, свои дома покинули более 500 тысяч человек. В Калифорнии пожарные ищут 16 без вести пропавших. Итальянский остров Сардиния тонет в дождях. Из-за стихии повалены деревья, затоплены целые кварталы, затруднено движение транспорта. Многие автомобили застряли на ушедших под воду дорогах. За несколько часов в ряде районов обрушилась месячная норма осадков. Ненастная погода, заявили специалисты, вызвана циклоном в западном Средиземном море. В субботу в Бобруйске будет ясная сухая погода. Временами солнце спрячут облака. Приятный легкий ветер будет дуть с южного направления. Температура днем составит плюс 19, ночью до 13 градусов тепла. В воскресенье сохранится солнечная погода. Порывы ветра достигнут 13 метров в секунду. В светлое время суток воздух прогреется до 21. С наступлением темноты шкала термометра покажет 13 выше 0. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.